Warner Brothers заблокировал весь наш бизнес. И я тогда сказал команде, давайте вы, значит, расширяйте рынок, смотрим шире, пробуем искать возможности другие. А я попробую достучаться до Warner Brothers, чтобы они нас разблокировали на Etsy и вернули нам наши магазины. Я вообще не знал, как это сделать. Я в Украине, город Ирпень и Warner Brothers. Мы сами написали письмо и отправили юриста на проверку. Они прочитали и сказали, вы больные на голову, вам сейчас выставят штраф на $1 000 000, короче, и все, вы банкроты. Мы написали, что реально неопытные, живем в Украине, не знаем, что такое авторское право. Вот реально накосячили, вот вам наша статистика продаж. Давайте заплатим штраф, ну реально, потому что вы заблокировали все наши возможности продаж, и вот так вышло. Мы отправляем это письмо, и через 2 недели прилетает письмо счастья. Нам Etsy пишет, мы не знаем, что вы сделали, но Warner Brothers первый раз в нашей истории просит разблокировать ваш магазин. И таким образом у нас получилось.